Наиболее вероятным виновником аварии в Москве, в которой дотла сгорел спорткар стоимостью сотни тысяч долларов, считают 17-летнего подростка. Полиция установила личность того, кто находился за рулем Феррари, которая этой ночью вылетела на встречку на Крымском мосту и протаранила две машины. Сила удара была такова, что люксовый автомобиль несколько раз перевернулся и загорелся. Потушить его так и не удалось. Встречный авто буквально развороченное, без погибших обошлось чудом, два человека госпитализированы. И вот водитель Феррари, который с места происшествия сбежал, обнаружили тоже в больнице. Информагентство со ссылкой на источник правоохранительных органов сообщает, что это первокурсник МГИМО. Водительских прав у него, разумеется, не было. Удостоверение выдается с 18. Выяснилось также, что сгоревшая машина принадлежала одному из столичных салонов, которые специализируются на продаже эксклюзивных автомобилей.